Вот еще одно доброе утро. Не знаю, доброе, не доброе. В Китае что волнует, все ходят, чихают, сморкаются, они все в масках. Я что-то вчера уже заволновалась, давай от толпы убегать из магазинов, потому что утром сегодня встала, нос заложила, горло першит, мне этого вообще не надо. Сейчас позавтракаем, пойду в аптеку. Куплю спрей в горло, да, в нос, а то это чревато последствиям. Ну, пошли вот сюда, куда? Вот. Мы пришли сегодня в новенькую чуфаньку. Это соседняя, та так и не открытая. Здесь вот такая красота. Тепло, красиво очень. И выбор у них большой. На завтрак взяла позу с мясом, ой, со свининой и с капустой, да? 2 юаня. Чай 2 юаня, целую бадью. И лепешка 2 юаня. А я иду по третьей улице. Я пошла, мне нужно с Фуха сходить. Сейчас я зайду в мир, там предложили мне чехольчик. Прошу его. В Китае нету чехла на мой телефон. Казалось бы, телефона совсем немного, но, видимо, настолько для них он устарел. Samsung S20 FE, лидер этот. В общем, кошмар какой-то. Чехол порвался. Уже обошла очень много, очень много. Не могу найти. Ну вот еще Андрей Технарай. Ну посмотрим, что здесь. 14-я попытка. Чехла нет. Никаких. Ни простых, ни книжки. У меня порванный чехол. Я с ним как бомж на помойке. Все по низким ценам. Добро пожаловать. Так, я сейчас пойду вот по этой третьей улице до конца. Мне надо туда в конец уйти. Я снимать вам пока не буду. Мне к Фуха приду и там поснимаем. Вот Adidas. Outland Sport. Ага, Outland, значит, скидки есть. Так. Ювелирный Монкран, Ривоза какой-то. Здесь очень хорошие вещи, ну и цена тоже. По этой улице вообще вещи. Но и цена. Не, ну у всех же деньги разные. Если, допустим, мне дорого кому-то, это вообще дешево. Даром. Как только я прошла эти дорогие бутики, завернула влево в промежуточную улицу. И вот он, торговый центр. Вот видите, Маньчжурия. Торговый пассаж. Фу-фу-па. А возле Фуфа тут есть кондитерская какая-то. Ну-ка я посмотрю. Это хлебный магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас хлебушки? Да. Посмотрю, да? А можно? Можно. А, да. Тортики. Красивые. Да. Это я. Будем. Россия. Ой, вкусные булочки. Ой, вкуснятина. Подруга, сколько стоит одна булочка? Сколько? 2 юаня. 2 юаня. Она сладкая, нет? Там уже... Чай сладко? Нет. Чтоб с чаем. Там уже классно. Классно и белое. Сладко нет? Надо сладкое. Не сладкое. Сладкое. А это с чем? Это с шоколадом, а, да? А, такие с шоколадом. А с шоколадом сколько стоит? Такие же 30 юаней. Да. Ой, какой хлеб красивый. Русский хлеб. А, да, да. Такие, да, там, даже русский куня. А, русский куня. У вас русская работа? У вас работает русский куня, да? Сейчас нету. А, сейчас нету. Надо брать русскую куню на работу. А, да. Если еще приехали, тоже можно. Хлеб. Маньчжурия.
А вот такой сколько хлеб стоит? Такой же 5 субъедочек, а сейчас 6 юаней. 6 юаней? Нет, 7,5. 7,5 на 13, 90 рублей. А у нас стоит... Сколько? Сейчас скажу. 60. А, 60? У нас 60. Там 60, дешево. Россия. Да, дорого, 60 тоже дорого. Да, России деньги плохо. Я понял. Да. Колбаса. Всякая колбаска. Ой, как вкусно. Хорошо. Вкусно, да? Да. Так, же 12. А там, там, а там что? Там что? Понял. Это что, мясо, нет? Мясо. Мясо. Да, мясо. Мясо. А это как будто пицца, похоже на пиццу русскую. Ну, не... Чуть-чуть. Пицца. Пицца. А пицца сколько стоит? 12. 12. Да, 12. Ой, как вкусно. А вы до скольки работаете? До скольки работаете время? Вечером. Вечером же 8 часов и... 8 часов. Вечером 8 и утром 8. А, да, да. За булочками. Я приду. Да, спасибо. Манжулия называется. Лия, да? Кто Лия? Ты Лия? Большой... Начальник. Босс. Спасибо, Сися. Так, заходим в Фухао. Так, у девчонок есть нету скидки. Так, здравствуйте. Фухао. Скидка 5%. Какие-то штаны, парфюмерия. Маски, маски, маски. Здравствуйте. Дживанши. А я смотрю, Дживанши. Так, от загара. А сколько стоит от загара крем? Да, сколько стоит? Это Корея? Корея. А эти тоже дорогие? Даже 179. Мне надо для тела, не для лица, а для тела. Вот эти. Большая бутылка нету, да? Большие. Нету, да? Нет, не массаж. Солнце. Пуховики, брюки, куртки мужские. Какой у них ценник, например, вот этот крокодил. Ну-ка, где цена? Сейчас посмотрим. Так, где тут юаньки-то у них написано? 2158 юаней. У нас скидка. А скидка сколько? 75, скидка 75. А, 75%. Да, да, да. Так, это что получается? Две. Да. Это сколько будет? 800 юаней. 810 умножим. Ой, что-то неправильно. 810 умножим 12 и 2. 10 тысяч хорошая. Это и фирма цвета. Хорошая, да. Конечно. Очень Синдиапура. Хорошая. Вот здесь приходите, сюда приходите. У них скидки 75%. Фухао отдел, вот 75% скидка. Пуховик вот этот получается фирменный картелла. Он получился 10 100. Тут 2% скидка.
тоже 75% скидка на кофточки. А это если две вещи берете, тогда скидка будет. Картелло. Хорошие какие. Это ценник не тот. Оно стоит 415 юаней. Угу. $26,000. Но там он сказал, мех натуральный. Не знаю, насколько действительно, но вот. Золото. Наверное, китайское, но что-то желтое, как наше. Здравствуйте. Здравствуйте. Золото надо или нет? Так, ладно, я поеду наверх. Ой, продуктовый, потом схожу вниз. Здравствуйте. Спасибо. Сядьте, дорога. Уступил. Я говорю, проходите. Она говорит, нет, вы. А тут обувь. Обувь. Так, и у них везде скидки. 599 юаней. 400 юаней. 459. Здравствуйте. Это женский, да? Вот? Ой, какая прелесть. А тут полностью обувь. И вот скидки. И везде скидки. 150, 140. Уги. Здравствуйте. Лето мне. Здравствуйте. Так. Вот эти по 100 юаней все. Это вот эта зима, вот это осень. Зима. Зима. $359. Ой, какие хорошенькие туфельки. Ботиночки прелестные. Есть. 399. Какие ценники. Надо себе тут. Если хотите, то берите тут. Это красота. Кроссовки. Зима. Зима. Не знаю цену. Зима, да? Да, зима. А где цена у них?
Хуйня, а сколько стоит? А, вот, вижу. Нет, 339. 39 есть? 339 вижу, ага. Да. Скидки нету? 9%. Минус 9, так, умножить на 13, 2, 4 тысячи. Это тоже кожа. Кожа, да? Да. Мех искусственный. А это скидки? Это стоит 150. 30, 49. Это мужские, а женских нету, да? Это... 100 юаней женских нету, да? Нет. Это... Пусть женщины шума. Не, женские надо. Не-не-не. Для себя нужно брать вот здесь. Тем более, если есть у вас денежки, приходите сюда, вон какая прелесть. Ой, зимние мужские. Красота. Очень хорошая обувь. Сразу к обуви все идет. Уги. Уги. Уги, здравствуйте, да. Смотри. Черт. Здесь жарко. О, зима. Зима, одеться. А где цена? Сколько стоит? 5. Можем на 13. 2. Кем я сюда пришла? Только расстроилась вся. Здравствуйте. Хочу. Белая один за 170 юаней. Написано 36-й. Они вообще на нос не налезли. Хотя в кроссовках вы их хожу. 35-й. Они мне зачем я только зашла сюда? Ну ладно, вам покажу. Все. Я была, смотрела. Какие у меня ботиночки меряют. Здравствуйте, еще раз. Тулан кожи, тулан мне. Сейчас я еще похожу, посмотрю. 200 юаней. Это 305. Посмотрим, что там наверху. И вы там наверху не топочите, как слоны. Мужская одежда написана. Мужская одежда. А женская где одежда? Ну вот они, вот эти 118, эти все 159. Ну да, все одинаковые. А это те, эти 118, 137. Ладно. Цена стоит одна, сразу говорят другую. А цена? Это такой же, да? А где подешевле? Лейбы. Там дешевле. Ну, я вижу, ага, фирма-то. Такой сколько? Еще дороже, все понятно. Красивые сумки, но дорого.
А, вот. А эти? Тоже? Тоже. Бабушке дорого, бабушке пенсия маленькая. А вот такой сколько? Крокодил фирмы. Ой, мамочка. Ой, такие мне вообще слоны не нравятся. Не, не нравится вообще расцветка. Так. Куртки, пальто. Цену не вижу. Вот 498 юаней. О, хорошенькие такие. Прелесть. Прелесть. Здравствуйте. Красивая. Вообще прелесть. Осень, да? Это осень? Да, осень? Осень. Здравствуйте. Куня, это осень, да? Осень. Осень. А зимы нет, зима. Жилетки. Жакет 598, тоненькая очень. Осень, искусственная, потому что мех. Какая прелесть, я не могу. Пуховик мне не надо. А шапки, ну-ка. Фирма какая-то Перси. А что за фирма? А сколько шапки стоит, Куня? Шапка. 158 юаней. А, юаней. Дорого как. Настоящий, да? Да. Вот смотрите, у них носки по 29 юаней. Шапка 158, а я думала 150. Сапоги дорого. Белье нижнее. Девочка сидит. Куртки. Здравствуйте. Осень. Тоненькие. 99 юаней. Здравствуйте. Это зима, да? Зима. Цыга. Зима. Вот. Мех искусства стоит 1080. 1080, вот цена. Угу. Ну а вы смотрите, все-таки для себя надо одеваться тут. Прелесть. Господи, говорят, нежели богато и нехрен начинать. Но это уже норка. 5980. О, мама. 6700. 6. Светлая курточка 11. Вот можно 3800, ну вот это за 30 нормально, Нурка. Кофты, брюки. Кофты, брюки. Угу. Здравствуйте. Вот брючки. 439 юаней. Ну, конечно, для них это 439, как для нас рублей. А для нас это сразу 5000. Ой, ну все, я ухожу. Мне плохо уже. Я вся в трансе. Я все хочу. И знаю, что никогда не куплю. Ладно. Каждому свое. Идти надо пахать куда-то. Чтобы это покупать. Когда ее
Надо было это покупать все, когда юань был 0,58. Почему я тогда этого ничего не хотела? Но, а как было хотеть в это время у меня? Мальчишки учились. Ну ладно, все, поехала. Спасибо. Очень красиво, очень приятно. Приходите, одевайте, покупайте вещи, фирмы. Очень хорошие вещи. Сейчас схожу я тогда, наверное, в магазин другой и посмотрю цены там. Спасибо. Все красиво. Хау. Какую-нибудь узнать. Зеленый не светло коричневый. Я почему решила? Что у меня за коричневый? Так, пойду посмотрю овощную. Видимо, овощную. Это происход. Так. Welcome. Идем. Хе-хе-ю. Хе-хе-ю называется. Вот. Вот с улицы есть, оказывается. И ветки. Соусы. Орешки. Вот цены вам. Которые люди спрашивают, а цены. Вот вам цены. Джемы, орешки, масло, соевое, подсолнечное, какое-то вон арахисовое, прокладки. Так, крема нет его. Салат 4500, полкилограмма. Это цены за полкилограмма. Не забывайте об этом. Помидор, ой, 6 юаней, 678, ну, конечно, не как у нас. Так, редиска, репа, салат качанный, батат, полкилограмма, килограмм 360, я не знаю, что с ним едят. Орешки. Семечки. Развесные конфеточки. Здравствуйте. Все как везде, во всех супермаркетах. Да. Хорошо, вкусненько, прекрасно. Так. Это молоко. А раньше был такой йогурт. Яйцо. Пиво. Мороженка. Мороженка точно сейчас пока не буду. Ладно, все. Все. Так, и выйти вы можете здесь куда? Вот на развес полкилограмма. 20, значит 40. 520 рублей. И такие орешки. Куда я вышла? Сейчас я посмотрю. А туда, где стряпают. Все. Зашла в банк, хотела узнать насчет карт. Они не понимают, что можно переводчиком работать в банке. И по-английски пыталась объяснить, что карту, Union Pay. Они тоже не понимают. Ой, я не могу. Ладно. Где же мне найти еще чехол-то? Чехлы. Надо еще посмотреть, чехлы продают. Справа от меня сейчас вы видите торговый центр Купола. Вот этот, который коричневый. Вот он.
плохо проверяет. Говорит, один у тебя ноль, а один 2,5. Я говорю, да нет. У меня был 1,75, один был 2. Но даже если предположить, что один стал 2,5, но другой-то должен тоже сколько-то стать. Как он у меня 0-то встал? Был не видел, а стал видеть? Какая ерунда. Я не стала заходить в купола, посмотрела, там что-то вообще какая-то как нищета.